Всем привет! Пришел сегодня на этот замечательный пруд. Не побоюсь этих слов, это, наверное, самый красивый пруд, который я когда-либо видел. Реально здесь очень красиво. Очень красивый берег, очень красивый лес. Но вот с рыбой здесь как-то не очень, а точнее с клевом. Рыбы-то здесь много. Здесь и щук есть крупные, и окуни крупные, и судак, и сом даже есть. Толстолобы. Ходят слухи, даже басса сюда закидывали. Но за 10 рыбалок я поймал тут всего лишь одного маленького окунька. Наверное, был не в то время и не с теми снастями. Вот сегодня взял нормальный комплект на крупную рыбу. Посмотрим, что у меня получится. Виды просто потрясающие здесь. Смотрите, какая красота. Обалдеть. Гамблерочек на сетничке. Пруд имеет такую вытянутую форму. Я сейчас нахожусь где-то посередине. И очень сильно закоряжен. На большем своем протяжении. Поэтому офсет. И только офсет. Сейчас бахнет, смотри. Ну вот от такой-то приманки точно рыба не устоит. Что-то не повторяет атаку при проводке по другой траектории. А вон там стоял, кинул сюда вот. И бахнуло нападение. Да, тут щуки тоже хитро вывернуты. Все они видели, все знают. Блин, как же тут красиво, а? О, водокачка. Кстати, я замечал, что возле водокачек всегда обитают крупные рыбы. Например, в Михайловске возле водокачки. Там нифига манки какие живут в яме. Короче, иду вниз, ближе к дамбе. Там попробую. В этом месте глубины не очень большие, но вот там вот. Где пошире, а там уже нормальная глубина, а метров 5. Зимой там ловили на жерлице. Мы, правда, ничего не поймали, но ловили. Ну чё, где рыба-то? Один удар и все был. И тишина. Вот здесь уже открытые крючки поставил. Ничего тут не цепляется. И, как я понял, рыбы сегодня будет немного. Поэтому пока не клюет, буду просто показывать вам красивые виды. Дамба. Здесь весной такого сома завалили. Огромного. Пойду, наверное, обратно в коряги. Что-то здесь на чистом ни черта не клюет. Блин, такие виды классные, не клюет нифига. Чего?
И что? Иди сюда. Ну иди сюда, не бойся. Лучше бы научил сына рыбалке, пока он шею себе на этих тарзанках не свернул. Есть! Хорошее что-то. Посмотрите, какая шикарная щука. Это ты у меня днем клевала? Ну вот, ушел почти в самое верховье. Дальше идти, наверное, не имеет смысла. Поэтому здесь свою сегодняшнюю рыбалку завершу. Да, трудовая выдалась рыбалочка. Но зато получилась отличная прогулка. Ладно, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока, всем удачных рыбалок и до новых встреч. Блин, единственная рыба и та на манс. Это нечестно. Эту резину надо запретить, потому что она ловит.